Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании KXN серии Evolution на цоколь H13 с температурой свечения 4800 Кельвин. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. В комплекте у нас находятся стяжки для монтажа и две светодиодные лампы. Лампы очень мощные, заявленная мощность 50 Вт в данных лампах. Имеется две системы охлаждения, активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Подключаются лампы на питание как 12, так и 24 Вольта с помощью стандартного разъема для подключения питания. На проводе подключения есть небольшой драйвер металлический, герметично заклеен, пыли-влагозащищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа отсвечивает очень и очень ярко, как мы видим. Хочу сразу сказать, что после установки таких ламп обязательно нужно выставлять правильно светотеневую границу в автомобиле, дабы не слепить других участников дорожного движения. Цветовая температура заявлена 4800 Кельвин. Мощность, напомню, 50 Вт в данных лампах. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.